Ну, здорово, внучики! Здрасте! Деда приехал! О, привет, дедуля! А у тебя висит козюля! Да? Обманули дурачка на 4 пятачка! Узнаю нашего дедулю. Ага. Я вот вам гостинку привез тебе. Спасибо. Вкуснявки. Тебе. Ой, спасибо. Сушеная рыба и квас. Ну а что, каждому свое. Ты что, так дома и сидишь? Да, так сейчас это, дистанционка. Я учусь на компьютере, уроки делаю на компьютере, играю на компьютере, все делаю на компьютере. А странный ты, конечно, я в твои годы, о-хо-хо. Так ты ж не знаешь, что я творю. Ага, ух ты. С девчонками по интернету общаюсь. Видишь, какой неугомонный. Что тебе подарили? Давай посмотрим. Печенье! Шоколадка! Хочешь? Хочу! Вот и хоти дальше, это все мое! Жадина! Да ладно, шучу я, угощайся! Спасибо! С пустым пакетом! Да ладно, бери что хочешь! Тогда шоколадку! Я тоже хочу шоколадку! Сначала я откушу, потом ты! Нет, сначала я, потом ты! Нет, сначала я! Ну ладно, ты же гость, кусай! Ты чё, офигел, обжала? Да у тебя жопа слипнется! Разлеплю! Как у вас в деревне дела, как бабуля? Да все хорошо, корова отелилась, кошка окатилась, бабуля напилась. Я аж подумал, и бабуля того родила. Да куда ей, курге старый, песок ушибся из одного места. А чё она напилась-то, вроде все хорошо. Так она от радости, я же брагу поставил. А я не понял, а чё мне не привез? Ха, ишь какой, самим не хватает, ещё внучат спаивать. Внуки, это же святое. Так и есть, когда в деревню к нам поедешь? Ой, дед, даже не знаю. Надо за корову убирать? На сарае крышу сделать? Теперь точно не знаю. Лентяй какой растет. Работы не видал. Червяки какие-то. Да все я видел. И за коровами как это, какашки убирал. И поросятам это давал. Как его? Пойло. Вот, пойло давал. Да. Молодец. В деревне даже девок нет. Пощупать некого. Больно, ты знаешь. Там не бываешь. А что, есть кто-то, кроме собак, свиней и быков? А ты что, нарожали, красавец. Я хоть и старый, но как увижу, так и... Все, не продолжай. Бабка меня кобелем вторым зовет. Ищу. Говорит уж, ходит еле как, а на юбке все заглядывают. Ну а как без этого, как? А у вас гость что ли? Ага, Андрюха, Ванькин одноклассник, хороший парень. Понятно, играет там, наверное. Ну или сладости точат. Все, я больше не могу. Я тоже. Мы же весь гостиниц съели. И ужасно напилдели. О, как у вас тут пахнет интересно. Интересно? Вы что за сранцы? Даня, да оно само, мы все съели. И пердели. А на балкон можно выйти подышать? Конечно можно, там только света нет, надо с фонариком идти. Хорошо. Андрюха, пойдем в магазин за чипсами, соленого захотелось. У меня денег нету. Мы сейчас у деда попросим. А он даст? Ты моего деда не знаешь. Ну пошли. Че вам, дети мои? Дедушка, дай нам 500 рублей. А зачем? Чипсы купим. Живот ведь заболит, глисты повылазят, там ведь одна химия. А то вкусно, как твоя блага. Ничего себе, внучок, а ты пробовал, видать? Пробовал, с компотом перепутал. Ну, держите тогда. О, спасибо, деда. Спасибо. А хотите, анекдот расскажу? Ну, хотим. Парень на руках несет девочку в кровать. Она ему говорит, может, после свадьбы? Он такой, а вдруг муж ревнивый попадется? Вопликул, вон и смешил, живот болит. Вы хоть прикол-то поняли, мужики? Конечно, девок до свадьбы на руках носить нельзя. Ага. Ну, молодцы, совсем уж взрослые. Эй, девчонки и мальчишки, закрывайте быстро книжки, есть задание для вас. Мы вдавались очень долго, лайк хотим, да не только, но подписочка нужна.